Рейтинг Самары стабильный. За этим коротким словом стоит сильная экономика, хорошие бюджетные показатели и поддержка от вышестоящих бюджетов. Доходы городской казны выросли более чем на 10%, в том числе за счет увеличения прибыли муниципальных предприятий. Они заработали почти 10 миллиардов рублей. На 5% снизилось число безработных людей. Активно развивается сфера услуг и потребительского рынка. Помогая развиваться законной торговле, городская администрация параллельно ведет активную борьбу с нелегальными точками. Мы разные варианты рассматриваем ликвидации таких объектов. И вы знаете, что в этом году создана межведомственная группа, межрайонная. И созданы группы районы, которые в вечернее время выявляют и пытаются пресечь монтаж незаконно устанавливаемых объектов потребрынка. Расходы по сравнению с 2015 годом также выросли. Львиная их часть приходится на образование, а также транспорт и ЖКХ. Приоритетным направлением по-прежнему остается ремонт и строительство дорог. Из бюджета всех уровней на это было направлено почти 2 миллиарда рублей. За год привели в порядок почти 1,5 миллиона квадратных метров городских улиц, в два раза больше, чем в 2015. В 2016 году было построено больше 800 тысяч квадратных метров жилья. Депутаты подчеркнули, при строительстве микрорайонов должна учитываться вся необходимая для людей инфраструктура. Сделать нужно очень много, я думаю, совместными усилиями. Именно благодаря запуску управляющих микрорайонов, то есть то, что созданы общественные советы микрорайонов, именно с общественностью вот сегодня вот эти все вопросы возможно будет решить. Подводя итог, глава города и депутаты отметили, что 2016 год стал основой для стабильного и перспективного развития Самары. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.